Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет. Итак, продолжим. По поводу важнейшего совета. Я действительно считаю, что это важнейший совет для новичка, да и не только для новичка, для любого человека, который хочет преуспеть в сетевом бизнесе, и не только в сетевом, а в любом бизнесе. Любой бизнес – это продажи, это поиск покупателя. Это общение с покупателем. Покупает ли он продукцию, покупает ли он возможность, не имеет значения. Мы ищем людей, клиентов, которые станут нашими партнерами или нашими клиентами. И в общении с ними важнейший совет, важнейшее понимание, важнейший навык, умение говорить только то, что требует ситуация. Умение говорить коротко и только необходимая вещь. Способность удерживать свой язык от того, чтобы он превратился в помело. Для меня, я повторяю, для меня это была очень серьезная проблема и серьезное испытание, и потребовались колоссальные усилия, чтобы я в какой-то степени научился говорить только то, что надо. И были случаи, когда я просто, просто видел, как я своими собственными глазами, устами, своим собственным языком рушу сейчас свой собственный бизнес. Я теряю этого человека, потому что я треплюсь вместо того, чтобы сказать ему то, что надо. Недаром у американцев есть пословица, которую я часто люблю повторять. Тот, кто придумал, тому положено доллар. Кто сделал из придуманного, воплотил в материальную вещь, тому положено зарабатывать 10, а вот тот, кто продал, тому по заслугам положено 100 долларов. Вот такое соотношение. Это свидетельствует и говорит о том, насколько важно уметь продавать. И вот я больше для себя, чем для своих партнеров, дистрибьюторов, конечно, и для них тоже, однажды придумал такую историю, и чтобы она была таким опорным сигналом в сознании каждого из нас, чтобы эта история, этот такой рассказ был бы напоминанием, чтобы вовремя замолчать, вовремя прекратить говорить. Я говорил своим дистрибьюторам, посадил их и говорил: ребята, закройте глаза и представьте, что вы сейчас находитесь на берегу какого-нибудь Южного моря, скажем, где-нибудь на побережье Черного моря, на южном берегу Крыма. И вот черная украинская ночь. Черная украинская ночь. Небо черное-черное. Звезды сияют на небосклоне. Ты сидишь в шезлонге и смотришь в это небо, и тебя охватывает восторг. В душе твоя тишина, говорю я своим партнерам. Покой. Ты смотришь на это мироздание и думаешь: боже мой, вот какое великолепие, какое счастье видеть это все и сидеть в покое, в тишине. И вот ты размышляешь так, и вдруг ты видишь, как с левого края по небу побежали красными неоновыми буквами, красными, яркими, на все небо слово. Первая буква «З», потом «А», потом «Т», потом «К», потом «Заткнись» на весь небосклон ночной. Заткнись красным неоновым цветом. И дальше я говорил своим дистрибьюторам: вот теперь, когда вы будете рассказывать своим потенциальным клиентам или дистрибьюторам о нашем бизнесе, о нашей продукции, в нужный момент вспоминайте про украинское небо. А если кто-то присутствует рядом с вами, ваш дистрибьютор или спонсор, пусть он вам подскажет: Коля, украинское небо, и сразу вспомните, что вам нужно заткнуться. Заткнись, говорил я. И это гораздо ценнее для нашего бизнеса, чем продолжать говорить. Как бы умно и красиво ты ни говорил, лучше заткнись. Были случаи, когда я вспоминал про украинское небо, это помогало мне замолчать и благополучно завершить сделку. Итак, если вы мне не верите, то это ваше личное дело. Но мой опыт говорит, что самая важная проблема новичка состоит в том,
да и не только новичка, а любого дистрибьютора, продавца, состоит в том, что он слишком много говорит. И это, и то, и еще чуть-чуть, и еще маленько, и нет сил остановиться. И пусть в этот момент кто-нибудь напомнит вам про украинское небо. Напишите себе на еженедельнике слово «украинское небо». Это будет вам означать, что нужно заткнуться вовремя. Когда вы выходите рассказывать на сцену какую-то, давать какую-то информацию, презентацию, рассказывать свою историю, помни про украинское небо. Краткость – сестра таланта. Наш бич – многословие. И человек под потоком всего того, что мы знаем, вместо того, чтобы заинтересоваться, вместо того, чтобы загореться, и чтобы в нем возникло страстное желание узнать побольше и двинуться дальше по информационному конвейеру, мы вываливаем на него все, что знаем, доводим его до рвотного состояния, и он спасается от нас бегством. Мы теряем человека. Поэтому лучше всего заткнись. Помни про украинское небо, и это поможет тебе зарабатывать деньги. Желаю вам удачи, украинского вам неба побольше. До свидания.